Ну а зачем об этом говорите, Татьяна? Вы вот молодая, а? Тревнука. Ну здорово. Вы знаете, вот в таком возрасте, ну я всю жизнь была такая, не такая, как все. А вот, вы знаете, а с возрастом просто вот, наверное, уже... Ну, наверное, надо вот развиваться снижает, уже, да? Да, вот поэтому... У всех бы так снижало. Вы знаете, тянет как, это что-то. И вот я все время хожу в центр Араку, все время там постоянно клиенты, вот у многих, видел знаменитости и все. И первый раз, когда я видела Лену объявление, Алену, я вот, честно, я попутала. Я когда ее увидела, говорю, боже мой. Боже мой, почему я раньше это не слышала? Вы знаете, вот честно вам говорю, вы простите, она мне очень, вот, моя бабушка, моя покойная бабушка, которая вот, она была знахаркой, где она животных, людей лечила. Ну вот два лица, я говорю, это что, перевоплощение? Я глаза закрыла, потом опять думаю, боже мой, опять, нет, нет, вот так вот, вот неужели правда? Понимаете, как? И вот на третий раз я попала сюда. Ну, да, все время вот мне кажется, работа, это все пока праздники, я скажу. А кстати, я всем могу сообщить очень радостную новость. А, опять, но это быть надо подписаны на наш, значит, нашу группу ВКонтакте. То есть, Алена, там знаете, как нужно будет подписаться, нужно у себя на страничке закрепить запись, и там автомат выберет 12 человек. Ну, либо 13, может быть. И Алена здесь проведет тоже чаепитие. Может быть, на следующей неделе, либо через неделю. Так что сама Алена проведет здесь чаепитие. Поэтому давайте уже в группу как-то вступайте. Будьте там активными. Потому что Алена здесь вообще, конечно, их не проводит. А так уже, как знаете, вот подарок всем. Потому что Алена человек занятый, не до чаепития.